Фонд «Гомель облимущество» приглашает принять участие в аукционе, который состоится 19 апреля. На торгах можно приобрести бревенчатый одноэтажный жилой дом площадью 50 квадратных метров в деревне Зборов Рогачевского района. Начальная цена объекта – около 2200 рублей. В Октябрьском районе в агрогородке Моисеевка продается одноэтажное здание вагона-сауны площадью 23 квадратных метра. Начальная цена – чуть менее 50 тысяч рублей. А в Октябрьском – одноэтажное кирпичное здание котельной площадью свыше 200 квадратных метров. Начальная цена – около 14 тысяч рублей. В Ельском районе в деревне Козлы предлагается одноэтажное бревенчатое здание Дома культуры площадью немного более 100 квадратных метров. Начальная цена – порядка 30 тысяч рублей. В Речицком районе в деревне Будка – одноэтажное брусчатое здание детского сада. Площадь – более 320 квадратных метров. Начальная цена – 15 базовых величин. Здание может быть использовано под жилье или для ведения личного подсобного хозяйства при условии его реконструкции. В Наравлянском районе в деревне Антонов продается одноэтажное кирпичное здание Дома культуры. Площадь почти 300 квадратных метров. Начальная цена – 1 базовая величина. Документы принимаются в фонде «Гомель облимущество» по адресу Гомель, проспект Ленина, 3, кабинет 412. Подробности можно узнать на сайте фонда «Гомель облимущество» или по номерам телефона в Гомеле 7038. 8.49 или 70.36.43.